ей пока она сделает, я надо говорить. Да. Ключ там же на углу, хорошо. На гвоздике, да? Хорошо. И Танина картошка осталась. Матушка наймет газельку и Танину картошку. То есть морковка 3 мешка. Угу. По 2 ведра. Угу. Она здесь в коридоре. А тебе этот песня возрождения. Здесь же в коридорчике откроешь и сразу на скамейке лежит книга. Там Любы Минаевой отнести. И тебе. Подписан? А? Потом все заполнено. Слушай. Там подписано? Ну все, он Виктор тащит. Еще помидорки. Ничего себе. Вот здесь сверху спелые. Спасибо, Христос, брат. Моим почерком написано. Закроешь, брат? Что? На столбе там уже пометили свежие. Угу. Что там у нас стоит? Ты за матушка, ты сбегай, чтоб скорее едем. А матушка едет? Ну едет быстрее, говори. То едут, то не едут. С Богом, Людмила. Прости нас, Азиста. Все, мы огорчили вас. Спаси Христос. Там за арбузы, за дыни. Все что. Я вам ничего не дала, потому что вы и так бедны. Не, ничего не надо. А мы ничего не возьмем. Мы даже помидоры в барабаше не берем. Ну все уже. Да, с молитвой, с помощью Божией, а то вон уже какие мы загружены. Все, слава Богу за все.